Итак, сегодня мы с вами попробуем приготовить рыбу в духовке на гриле. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Значит, вот здесь у меня уже выставлены сейчас параметры. Духовка нагревается. Значит, у меня выставлен параметр верхний тен, причем тен 1. Вот есть еще два тена, то есть более большая плоскость. Как написано в книге рекомендаций, так и выставила. Дальше. У меня задан режим гриля 2. Тоже так выставлено в книге рекомендаций. И решетки выставлены, видите, решетка выставлена на уровень 2. Поэтому сейчас я достаю варежку, вытаскиваю вместе с противнем. Противень нужен для того, чтобы вниз капал сок. И начинаю закладывать рыбу. Причем рыбу я не солю. Я ее просто помыла. Первый раз я делаю такое блюдо. Ну вот, из рыбы у меня дома оказалось стейки трески, сейчас которые популярны в магазине. И окунь вот тушками целый. Поэтому посмотрим, как приготовиться. Первый раз я вот делаю такое блюдо. Итак, вот, все. Значит, по рецептуре написано, что готовиться оно будет 25 минут. Я закрываю духовку. Солить рыбу, которую приготовлено на гриле, рекомендуется в самом конце. И выставляем сейчас временной параметр. Давайте, пусть она будет готовиться у нас 25 минут. Три, 24, 25. 25-10 у меня получилось. Что ж, временной отсчет пошел. Через 25 минут посмотрим, что у нас получилось. Так, по истечении 2/3 времени нужно перевернуть рыбку. Поэтому будем переворачивать сейчас. Сейчас аккуратненько постараемся перевернуть. Так, и вот остались стейки. Стейки сложнее переворачивать. Так, сейчас надо, чтобы они зажарились. Перевернули и теперь подсолим. Задвигаем. Осталось 5,5 минут. Так, вот у нас сработал таймер сейчас, но я бы еще рыбку подрумянила слегка. То есть она, в принципе, готова. Но я хочу ее еще подрумянить, поэтому я сейчас добавлю время. Ну пусть еще 10 минут. 10 минут вот я добавила, пусть рыбка подрумянится. Итак, ну вот 10 минут прошло. Сейчас выключаем духовочку. Видите, рыбка подрумянилась уже. Итак, включаем. И включаем темп. И утапливаем. Так, сейчас нам нужно свет включить. Включаем свет. Вот я ее включила вот здесь вот. И открываем. И вот такая рыбка получилась у нас, смотрите. Треска рыба не жирная, она не подрумянилась, но вот окунь хорошо подрумянился. Такой красивый стал. Сейчас мы его посолим. Сейчас мы посолим эту рыбку.
И можно с зеленью, с салатом, с гарниром каким-либо подавать к столу. Вот мы рыбу выложили, у нас остался вот такой налет, его легко отмоет посудомойка. Сейчас мы оставляем охлаждаться духовку. Видите, пока в ней работает система охлаждения. Ну, а потом будем все это мыть. Включаем свет. Ну и вот смотрим. Вот такая рыбка у нас получилась. Красивая, румяная. И нисколько не подгорела. И самое главное, что она в собственном соку вышла, что очень полезно. Здесь никакого масла абсолютно. То есть я ее уже подсолила. Можно добавить любую траву, которая подходит к этой рыбе, и кушать. Приятного аппетита! С вами была Наталья Невзорова. Проект «Кухня моей мечты». Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. И вы узнаете еще много интересного. Сегодня мы пробовали духовку и гриль. Готовили на нем рыбу.